Глава округа Андрей Булгаков провел прием жителей Монина в формате выездной администрации. Благоустройство дорожной работы, развитие территории – эти и другие вопросы обсудили на встрече с жителями. Прозвучали просьбы о ремонте дорожного полотна на улице маршала Красовского, об устройстве тротуара по улице Полевая и установке мемориальной доски генералу Ковачевичу. Молодежь из МГЕР обратилась с просьбой о выделении помещения для проведения планерок и реализации своих проектов. Все предложения были приняты и включены в план работ. Обсудили вопросы и развития спорта в Монине. Для юных спортсменов организовать футбольный проект детской лиги на базе «Крыльев», а для старшего поколения участников активного долголетия наполнить программу совместными мероприятиями среди округов Щелково, Фрязино, Лосино, Петровского. Инициативная группа родителей отметила необходимость создания спортивного ядра для жителей всех возрастов. Проект планируется реализовать на территории школы номер 24.